Сегодня в 11:17 поступила информация о выезде подразделений Челябинского пожарно-спасательного гарнизона на пожар по повышенному рангу в городскую клиническую больницу номер 2. На момент прибытия пожарных горел пристрой к зданию больницы размерами 2 на 2 метра, в котором находились емкости с кислородом. Во время пожара произошла разгерметизация емкости, в результате чего произошло усиление и распространение горения на здание больницы и соседнего жилого дома. Также было нарушено остекление близлежащих зданий. Из здания больницы были эвакуированы 158 пациентов и 40 человек персонала. Из жилого дома эвакуировано 25 человек, 15 самостоятельно, 10 человек с помощью спасательных комплектов в сопровождении пожарных, 1 человек спасен из окна 9 этажа с помощью автолестниц. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, в результате пожара пострадавших нет, нарушено остекление больницы и близлежащих зданий. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории и отделения дознания для установления причин случившегося. На данный момент в администрации города проводится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором будет принято решение о проведении аварийно-восстановительных работ. На месте задействована группировка более 200 человек и 65 единиц техники.